Всем привет! Вы на канале VSD, и в этом видео я расскажу про несколько видов заработка на BlackRush, с которых вы получите очень хорошую прибыль. Ну а перед тем, как начать, хотел бы попросить вас подписаться на мою группу ВКонтакте. Там выходят все самые свежие новости о канале. Также там есть беседа, в которой мы все вместе общаемся и играем в BlackRush. Ну и я думаю, вы уже смотрите не первый ролик по типу «Как заработать миллион в час» или «Как зарабатывать ничего не делая». Таких видео в КРМП-проектах очень много, точнее у блогеров по КРМП или сам проектам. Это очень заезженная тема, то есть она всегда будет актуальна, так как людям всегда интересно и будет интересно, как можно легко заработать или как зарабатывать очень много в этой игре. Поэтому люди всегда будут этим интересоваться. И эти видео всегда будут набирать просмотры. Ну так вот, первый способ, он подойдет не всем, то есть он такой не для всех, но зато он очень прибыльный. То есть, если вам надоело играть на вашем сервере, например, на Red, на Green, на Blue или на Orange, и вы хотите перейти на новый сервер, вам нужно дождаться, когда он откроется, во-первых. То есть не переходить на сервер, который открылся где-то 3 дня назад или неделю назад. Нужно переходить именно прямо на свежий сервер, который прямо на открытие вы заходите, или вы начинаете работать без остановки, то есть очень много работать, очень много находиться в онлайне, чтобы купить какой-нибудь бизнес или дом. Также можете словить какой-нибудь бизнес или дом, ну или просто задонатить и что-нибудь тоже поймать. Ну так вот, вы это заработаете, то есть можете купить себе дом какой-нибудь на новом сервере, когда вы заработаете. Но с него вы не будете получать изначально прибыли, будете получать только большие убытки по 7000 в день. Но если вы купите несколько домов, то еще больше. Ну а если вы купите бизнес какой-нибудь простенький, 24/7, закусочную, то тогда, во-первых, вы за нее будете платить, но это, конечно, в минус будете уходить. Но зато с выручки вы будете уходить в огромный плюс, это во-первых. Ну а потом, когда экономика на сервере стабилизируется, вы сможете продать этот бизнес за сумму где-то на 200-300% больше, чем вы ее покупали. Даже еще больше. То есть на всех серверах так делали при открытии. Поэтому это очень хороший вариант для тех, кто хочет перейти на новый сервер. Ну а для второго способа вам уже не понадобится никаких огромных денег. Вам достаточно будет 100 тысяч для начала. Ну, на ней вы, конечно, можете как выиграть, так и проиграть. Я думаю, вы уже поняли, что это работа в казино. Ну и если вы хотите подробно об этом узнать, то не проматывайте, досмотрите до конца, я вам подробно все расскажу. Работа в казино, точнее не работа, а игра в нее, это в данный момент самая прибыльная работа на BlackRush, точнее, ну, игра на BlackRush, то есть это даже не работа. С нее вы можете как выиграть огромные деньги, так и проиграть. Вот друг у меня заработал там 20 миллионов, то есть самые, мне кажется, богатые игроки поднялись именно на казино. Там есть две игры, как я и говорю, Blackjack и еще какая-то игра. Мы поговорим именно про Blackjack. Blackjack — это типа 21 очко в жизни, то есть если вы хотите, для начала обязательно вам нужно научиться в нее играть, а не просто так идти и играть в казино. Вы учитесь в нее играть или скачиваете какое-нибудь приложение, играете там, или играете с друзьями, кто умеет, или с родителями, то есть с кем хотите. Ну и когда вы уже научились, правила там не особо сложные, уже можно идти в казино и пробовать играть на какие-то небольшие суммы. Вы будете поднимать деньги, но если вы начинаете сливать, лучше уходить. То есть вы можете слить все, и просто вот некоторые просто из-за того, что полностью все сливают, все, что у них было, они просто уходят с BlackRush. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.